Открытая Волга 2016 – так называется первый международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы, который открылся в столице Чувашии. Подробнее Ольга Пырочкина. Большинству российских регионов есть что показать туристам. Только вот кроме самих жителей об этом мало кто знает. Как подать себя, создать имидж региона и заинтересовать потенциальных гостей, не раскрывая всех карт. Этим темам посвящен фестиваль «Открытая Волга-2016». В течение 3 дней с 15 по 17 июня в Чебоксарах будут проходить круглые столы, семинары, мастер-классы специалистов маркетинга и рекламы из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена торжественно открыли фестиваль и показали гостям, кто и что может стать или уже является визитной карточкой Чувашии и Чебоксар. Прославленные земляки, традиционная национальная кухня, конфеты известной марки, перечень будет расширяться. Сегодня мы слышим сейчас на этом фестивале, что многие впервые приехали в Чебоксары, и они, приятное открытие было для них то, что действительно город уникальный, город гостеприимный, город чистый, благоустроенный. Проведение этого международного фестиваля впервые, который в России проходит в Чебоксарах, это, конечно же, тоже символично. Это подталкивает нас, что туризм нужно развивать. Речь, наверное, идет об узнаваемости региона, города. И, соответственно, какие-то, может быть, рекомендации будут выданы профессионалам, что нужно сделать в дальнейшем для развития бренда республики. Это то, что касается научной части. На практике от фестиваля ожидают подписания ряда контрактов между регионами в области туризма. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.